разберемся. Да. Оп. Давай, давай, давай. Правое влево. Оп. Простите. Не надо поднимать потолки. Давай. Надо правое влево. Потолки. Да. Они мешают здесь. Ну ничего страшного. Надо просто мне рассчитать. Смотрим на меня, ориентируемся по мне. Это я сейчас говорю правое, левое, левое, право. Потом будет. Увидели, что я так поднял, значит все бах. А, правое, левое, ты говоришь, да. Правое, левое, я так понял, что да. Это вот это. Нет, правое. Правое я тебе кидаю, ты левое да. Ловишь. Оп. Оп. Да ничего, ничего, бросай, бросай, ориентируйся сразу. По этому движению. Оп. Поймали, да, 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 молодцы. Левое, я показал, да, например, да, вот левое. Оп! Аккуратнее. Аккуратнее. Рассчитываю амплитуду. Главное, куда вы бросаете. Поверьте, в примитив, оно там, это можно за секунду, за долю секунды среагировать. Вам надо четко сделать бросок. Оп! Понимаете, да, как пойдет она сейчас? Оп! Даже если мы вот так вот, смотри, прикол, пара на пару, давай. Оп! Понял, да, не параллельно? Оп! Если я показал вот так, значит я буду амплитуднее бросать. Если показал вот так, значит я буду с полога. Оп! Так же. Оп. Оп. Понял, да, как реагируем? То есть смотрим, именно наблюдаем друг... Вообще, в данном случае это трудно, потому что мы смотрим за троим. Движение наблюдать, да. Оп. И финтуем сразу. Как угодно. Крутим, вертим, планкируем, вольтижируем. Опять я, да? Косипорю, косипорю. Ладно, хорошо. Хорошо, да, и зеркало, ничего страшного. Стоп. От острого края поставили на острый. Так. Сначала поставили возле себя. Тоже комплекс именно с посохом, комплекс воина. Ручками взяли. Делаем вдох. И на выдохе вдавливаем в землю. Получается руками, да, мы вдавливаем в землю. На шажок отошли. Также делаем вдох. На выдохе вдавливаем в землю. Еще можно сжимать их между собой руки. Как бы вы их еще как бы на излом, да, палку саму делаете. Еще на шажок. Теперь делаем все то же, но с наклоном, подтягиванием к палке. То есть получается стоит, да? Она параллельно телу, не вот так, не вот так, да? Мы длину рук соизмеряем именно, чтобы у нас вот, вот фактически сейчас на полные, да, вытянутые руки палка параллельно с телом. Вдох. Что делаем, чтобы, ну, для кого животы, чтобы избавиться, еще какая штука с животом происходит. Вы когда делаете вдох,
когда делаете выдох, получается такая вещь. То есть в вакууме ураз прям стянули и поехали там вот так наигрывать. Прям животом бам-бам-бам-бам делаете. То есть это надо по-любому делать. Кишка уходит, все, там всякие паразиты, кто есть, а им не нравится. То есть это вы массаж вот внутренний, то есть, потому что йоги делают. Да, и это можно реально от пальцев ног все вот это вот промассируют, все тело сами. То есть это фактически, когда человек вот, ну, уже не двигаться не умеет, ничего, разломаны кости там, все, да, надо восстановиться. Если мы берем, ну, коли мы в центре казачьей культуры, то если берем казаков, там изрубленного, блядь, всего приносили. То есть он бах, он просто импульс запускался и пошла. Ну и, соответственно, одним там знахари все это работали, спа, один сразу сделал вот так. Вдох, по один сразу. И поехали, отыграли. Внутри это все, как бы, животом. Один сполк раз. А? Сейчас сполк или? Конечно, конечно. Один раз. Я пока чай сделаю.